Привет-привет. Продолжаю играть. Хотел сказать Seven Days to Die, но это не Seven Days to Die. Это The Long Duck, тоже выживалка. Дровишки. Ладно, не буду ничего брать. В общем, сейчас я опять полезу из бункера, но уже не пойду туда, где в прошлый раз я умер. А пойду поищу вышку. Вышку охотника. Что у нас имеется в наличии? Растяжения всякие разные. Хотел я спуститься, вот у нас бункер у меня под ногами. Хотел я спуститься вниз. Здесь вот такой спуск был широкий. Я подумал, что внизу, наверное, что-нибудь есть. Посмотрел на карте, там должна быть лесосека. И рядом с лесосекой где-то там можно найти, получается, эту вышку. План какой? Дойти до этой вышки, 4 часа осталось. Там полутать, что можно полутать, и свалить оттуда. Но уже свалить не сегодня, получается, а переночевать и свалить уже на утро, пойти обратно. Звук какой-то был такой странный, непонятно что-то. Это что-то скрипело. Пойти обратно в дом, чтобы, я так понимаю, целью моей следующего приключения будет переезд. На озеро. На озеро, на какое-то там загадочное, по-моему, озеро называется. И там есть дом. От этого дома будет проще к любой локации на карте пройти. Ну и тем самым как бы облегчит выживание. Единственное, что там, говорят, рядом волк. Так. Насчет волков. Вот здесь тоже волки должны быть где-то. Наверняка. Потому что разработчики уже доказали, что они любят очень волков раскидывать по карте. Так что аккуратно надо идти. Минус 10 Цельсия. Минус 10 еще добавляет. Минус 11, вернее. Минус 10 еще добавляет ветер сильный. Это что такое? Всякие палочки, веточки. Ничего не видно. Вот лесосека, там по-любому должно быть что-нибудь для выживания. Но я имею в виду какие-нибудь домики. Ну там наверняка и волки тусят. Плохая видимость, ничего не видно. Палочки пособираем. Пригодятся. Наверняка там печка есть. Так. Ружбайку я же не могу нести, у меня вывихи. Так что остается только надеяться на топорик. И на мастерство свое нидевское. Так, что у нас на горизонте? Чисто вроде. Никого я не вижу. Что это было? Какой-то странный шелест. О, заборчик. А где есть заборчик, там есть люди. Потому что заборчики сами по себе не вырастают. Так. Вот я забрел, получается, не могу выйти. Странный персонаж, не может ни перепрыгнуть, ни выйти. Ну вот, вышка нарисована. Это оно и есть, похоже. И трупик валяется, который потерял кучу перьев. Ух ты! Пуховик нашел. Это супер. Так, и двигаем потихоньку, пока никто на нас не напал. Сзади. А может, спереди. Ну, забор вот идет, значит, все правильно я нашел. Ну и вышка нарисована. Так, пуховик надо одеть. Где он, где он, где он, где он? Так, он дает сколько? Плюс 1 градус Цельсия, плюс 0,5 защиты. А на мне сейчас что одето? Где штаны? Что-то я не пойму, что одето-то?
Верхняя одежда какая? Вот, наверное, кальсоны, нет. Шапка. Так, где здесь? Вот одежда. А, вот какая-то ерунда. Ну да. Это получается 85%. Это наполовину убитый и все равно лучше согревает. Пуховичок. Хорошая находка. Поможет выживать. Очень полезная. Так. Посмотрел разные видяхи тоже. Разные советы почитал еще. Игра, я так понимаю, просто имеет цель с собой, под собой. Ну, бесконечное выживание. Кто дольше выживет. В одном гайде там кто-то хвастался, что 400 дней выжил. Вот. Я так понимаю, здесь заключается все в том, чтобы использовать до конца ресурсы игры. Так как ресурсы ограничены на каждой карте, то есть вот такой вот совет, чтобы вещи не начали портиться, а они портятся, когда вы их открываете. Допустим, вы зашли в дом, да, и там есть какие-то там, я не знаю, спички, газировка, что угодно. У них есть какой-то процент годности. Они вот начинают, допустим, спички начинают царевать. Спички, они конечны, то есть они нигде не появляются, не респятся, ну, в общем, невозобновляемый ресурс. Чтобы спички у вас были до конца, ну, чтобы как можно дольше продержаться, рекомендуют в этих гайдах, просто текстура, рекомендуют заходить в дома, где вы знаете, что точно эти спички будут, ну, в самый последний момент, то есть до конца исчерпав ресурсы одной локации. Локация, я имею в виду, на карте. То есть, вот, допустим, вот эта карта большая, на ней много локаций. Постепенно перебираться в другую. Вот так вот. Ну и плюс еще есть, допустим, удобные места, неудобные. Почему я хочу переехать на прибрежное озеро? Там есть и рыбалка, получается, есть. И это, ну, середина карты, почти можно сказать. Вышка лесника называется. Во. А я говорю, что наблюдательная какая-то. Так, пройдемся мы вокруг, посмотрим. Трупик. Что за трупик? Пустой трупик. Бесполезный трупик совершенно. Ну что ж, пойдем в вышку лесника обживать. Долгие подъемы, долгие спуски. Вот это, кстати, не рекомендуют это место, потому что здесь действительно очень долго подниматься наверх, очень долго спускаться, неудобно. И поэтому я перееду к прибрежному или к загадочному озеру, как он там называется. Ух ты, винтовочка. Но мне еще одна винтовка не нужна. Сейчас полутаем, что здесь можно полутать по-быстрому, все, пока при свете дня. Очиститель для воды. Это что за карандаши? О, набор для чистки винтовки. Ну, конечно, пригодится. Это патрончики, по-моему. Отлично, супер. Так, это инструменты. Пойдет. Что у нас тут еще? Дрова кедровые. Свежая газетка или не свежая газетка. О, и набор для шитья. Отлично, я сейчас куртку починю. Тут еще было бы что-нибудь разобрать. Жалко, нельзя эту кровать разобрать. На нее можно только прилечь, по-моему, да? Да. Так бы я разобрал на тряпке тоже. О, еще книга. А, вернее, там газета была, эта книга. Замерз я. Показывает у меня сопли замороженные, красные. Слева внизу. Надо согреваться. Я вот думаю, как согреваться. Просто лечь спать, может быть. Сэкономив калорий. Или разжечь попробовать. Костер. Ну, блин, здесь спички фигово разжигаются. На улице проще как-то разгорается все. Сильно замерз, но согревается потихоньку, да? Устал. Сколько дневного времени? 3 часа. Тогда, окей, сейчас час посплю. Я надеюсь, не сильно стемнеет. Потом подлатаю куртку и лягу спать до утра. Ну, покушав еще, конечно, на ночь. Ну, и надеюсь, за ночь у меня там подлечатся всякие штуки. Так, тряпки нету, да?
Надо на тряпке что-нибудь пускать. Или, может быть, тряпки просто сейчас не отображаются. Что есть? Так, кстати, надо закинуться едой. Да, хочется пить, хочется голоден. Давай покушай, дорогая. Скушай килограмм мяса. А, кстати, здесь можно мясо не все съедать. Вот начинает кушать, когда персонаж, можно escape, говорят, нажать. И он не до конца все съедает. То есть, как бы вы отрываете его от еды. Типа, дай, фу, брось. Тряпки, тряпки, тряпки. А тряпок-то у меня и нету. И как-то, не знаю, а что делать? В любом случае, тогда нужно разорвать на тряпки, потому что мне же не нужно ее таскать с собой. Я уже лучше эту куртку буду чинить. Где-то фигня, которая у меня была, но где-то раньше. Блин, я ее не вижу даже. Вот она, коричневая. А, нет. Свитер у меня был, и сверху я натянул куртку. Фига она закаленная, гоняла, получается, с голой жопы. В одном свитере. Нифига себе. Вот это да. Ну ладно, что ж. Блин, обувь надо сшить. С чего там? А, из оленя делается обувь. Так, я покушал. Да, покушал. Надо попить еще. Балабасиков целых. Целый набор. Так, попили, поэта. Можно и поспать, да? Я надеюсь, будет утро удачное, теплое и хорошее. Волков я вроде не видел, но, скорее всего, они здесь где-нибудь рядом бегают. Сейчас лягу, посплю. Посмотрим, какое будет утро. Сколько у нас час, и там, по-моему, 9 часов ночного. Ну, значит, 10 часов продрыхнет. Так, 7 дней, 11 часов. Ну, что-то вообще ничего не видно. Что в такую погоду делать, непонятно. А что это я не понял? Она была, блин, полностью заправленная водой. И тут у нее к утру вообще сушняк такой дикий. Как будто она бухала. Как вот так вот? Скажите мне, пожалуйста. Сколько килокалорий у нее осталось? 900 тысяч. В принципе, нормально. Можно не есть. Давай еще часик поспим. Чуть все равно темно. Надо было 2 часа поваляться. Сколько на улице? Ох, нифига себе! Не-не-не, спасибо. Нам такая погода не нужна. Кстати, чуть не забыл. Штукенцу. О, здесь что-то еще валяется. Гвоздодер. Все. Я счастлив, я знаю, куда я сейчас пойду. Я сейчас пойду в бункер ломать все. Вот как нужно осматривать. Ты смотри, при свете дня не видел, а сейчас собрался уходить и увидел. Удивительно. Гвоздодер, где он там? И винтовка. Винтовка, вот мне не нужна вторая. Я вот эту вот, наверное, разберу, которая похуже. Юр, можно что-нибудь разобрать, да? Действие. Собрать. Но это на самом деле не собрать, а разобрать. Я так понимаю, вот здесь нужно было написать в переводе слово «выполнить». То есть, допустим, выбираю «почистить», да? «Выполнить». «Собрать». «Выполнить». Так было бы логичнее, потому что, ну, как можно собрать винтовку и получить кучу вот, металлолома какого-то. Полный бред. А из металлолома, насколько я помню, что-то делается. Какие-то штуки нужные. Гвоздодер. Сейчас пойду шкафчики отпирать. Что у нас по еде? Голоден, да? Ну, это не страшно. Калории пока есть еще. Ну, травмы нет. Значит, можно винтовку в руки взять. Снарядить. Ой, эскейп нажал. И перезарядим. Патрончики-то я нашел. Что-то было 10, стало 5, 4, не пойму я. Куда ты патроны делал? Собака. А, 10 и 4 осталось. Отлично. Так, ну что тут, потеплело, нет? Да твою мать, 30 градусов опять.
Успею я добежать? Или не успею? 13 часов дневного времени. Ну его нафиг. Еще появляется, пускай часик. А я кофейку выпью как раз, пока она спит. Все теплее будет. И чем теплее, тем больше экономятся калории, я так понимаю. 27, да. Ну ладно. В принципе, домик я обнес. Ничего в нем интересного не было. Ну, вернее, интересное это было. Я забрал все интересное. Это была винтовка и гвоздодер. Все. Сейчас мне, получается, спущусь. Мне нужно будет повернуть налево. И наверх. Там будет бункер. А в бункере я уже буду орудовать гвоздодером. Вышка лесника. Леснику вышку дали за браконьерство. Так, ну такая бодренькая бежит прям. Что-то тут ворона где-то орут. Вот там, где ворона, там, значит, и труп рядом где-то какой-нибудь лежит. Долго спускаться, конечно, здесь. Вообще, а вон ворона. О, рюкзак какой-то лежит, зелененький вон. Не заметил я его в прошлый раз, когда поднимался. Так. Ничего. Газировка, да, наверное? Да. Че они тут тусят? Труп. Здесь я смогу спуститься, интересно или нет? Ну-ка попробуем. Перьев накидали, ты смотри. Воронье. А, я его осматривал уже. Так, куда мне идти сейчас? Я что-то заплутал уже, получается. Не пойму я. Так, если я вот здесь спустился, это гора была, да? То вот эта гора. Где же бункер, точнее, не пойму. Так, как я сюда пришел? Надо найти выход, короче, сначала. А, ну оттуда я сверху пришел, получается, да? Вроде как. Нет. Вон какие-то домики. Или один домик. Что-то я сейчас заблужусь, похоже. Пойду посмотрю, что за домик хотя бы. Температура 20. Замерз и продолжает замерзать. Ну ты же, блин, пуховик вроде как приобрел. Уже не свитер, пуховик. Так вот, гора с ориентиром у меня будет, получается. Что за домик? Был я здесь, не был. Непонятно. Музыка играла, играла, прекратилась. Куда-то я спрыгнул, так я так и не понял, куда спрыгнул. Дверь. Ну и что у нас здесь? Пуховая лыжная куртка. Ой, у нас здесь вообще отлично все. Так. Ничего нету, ничего нету. Что-то я не вижу. Так, сек. Добавим яркости немножко. Вот что можно разобрать. Вот эту штуку можно разобрать на тряпке. Контейнер пустой. А, ну я здесь был, значит, пусто. Просто я, видимо, не заметил тогда эту штуку. Сколько будет час 45 разбирать? Все калории потратить. Ну давай разберем. А потом я мясо скушаю просто и все. И те же 800 калорий получу обратно.
Ого, сколько лута, да? За окном началась метель, но это плохо. Так, что я имею? Ну, в принципе, я могу сейчас пока починить, может быть, прекратиться завывание этого ветра. Так, скушаем оленины. За 700 калорий я свои получил. И теперь починю куртку, где... Кстати, у меня уже две куртки же. И это еще круче, это вообще новенькая. Отлично. Эту, в принципе, можно разобрать. Ну, зашибись. Непонятно, сколько часов дневного времени осталось. Ну-ка. Что на улице творится? Ох, нифига я попал. Не, ну я никуда не пойду сейчас точно. Ну что ж, тогда на этом серию я закончу, потому что сейчас смысла нет никакого куда-то дергаться. В следующей серии уже тогда буду опять искать бункер, чтобы разобрать, получается, с тем гвоздодером, который я только что нашел, разобрать. Там, по-моему, 2 или 3 ящика было, которые открываются гвоздодером. Вот. На этом я попрощаюсь. Оставляйте комментарии, вопросы или лучше даже советы какие-нибудь. Ставьте лайки или дизлайки. Это как кому нравится. Всем удачи. Всем пока.